На встрече были рассмотрены вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Кыргызстаном. Главное, что государство особо отметил важность своевременной и полной реализации договоренностей и соглашений, принятых в ходе недавнего саммита на высшем уровне, в целях укрепления узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. В свою очередь, премьер-министр Улукбек Марипов выразил глубокую признательность лидеру Узбекистана за теплый прием и передал искренние приветствия и наилучшие пожелания президента Кыргызстана Садыра Джапарова. В качестве сопредседателя совместной комиссии он также информировал об основных результатах проведенного заседания и принятых конкретных решениях. В ходе беседы президент Узбекистана обратил отдельное внимание на вопросы формирования благоприятных условий для увеличения объемов взаимной торговли, продвижения значимых проектов кооперации в сферах промышленности, энергетики, сельского и водного хозяйства, скорейшего запуска фонда развития, а также расширения межрегиональных и культурно-гуманитарных обменов. Отмечена актуальность скорейшего запуска строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан и наращивание грузоперевозок по мультимодальному коридору Андижан-Ош-Сарыташ-Иркештам. В завершении встречи премьер-министр Кыргызской республики заверил о готовности приложить все усилия для безусловной реализации договоренностей, достигнутых между главами двух государств и направленных на последовательное развитие узбекско-кыргызского полномасштабного партнерства.